Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередную лекцию. Сегодня темой нашей лекции является тема общественно-экономической формации. Мы знаем, основной посыл исторического материализма состоит в том, что общественное бытие, то есть материальное производство, определяет общественное сознание и тем самым вообще в общественной жизни общественное бытие является определяющим и решающим. Ну вот, одно дело такое тезис основополагающий, а другое дело разворачивание его в цельную теорию. Маркс и Энгельс не только, как говорится, взяли за основу тезис о том, что для того, чтобы заниматься наукой, культурой, искусством, политикой, нужно есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой, но они еще и развернули этот тезис в встроенную научную систему, которая называется исторический материализм. Вот исторический материализм рассматривает все движение истории как движение от одной формации общественно-экономической к другой. И поэтому мы должны рассмотреть, что собой представляет общественно-экономические формации и какие эти экономические формации есть, и как происходит переход от одной формации к другой. Ну, прежде всего, надо сказать, что все имеющиеся формации, все исторически известные формации или известные науки формации могут быть разделены на три типа. Первый тип – это первобытно-общинный коммунизм по критерию того, что собственность на средства производства является общественной. Собственно, наличие общественной собственности позволяет называть строй коммунизмом, потому что коммунизм означает общий, и если собственность на средства производства общая, производство подчиняется общественным интересам, и это можно считать коммунизмом. Но что это за коммунизм, зависит не только от формы собственности, которая осуществляется через данные производственные отношения, она определяется еще и уровнем развития производительных сил. Если производительные силы не развиты, мы имеем вот тот первобытный коммунизм, который был довольно долго, 90 тысяч лет, и в ходе которого производительные силы возревали и достигли такого уровня, при котором уже один человек может создать продукта не только для себя, но и еще для нескольких человек. Вот с этого момента становится возможной эксплуатация, то есть присвоение чужого труда. Ну а раз такая возможность появляется, то прежде имевшая место практика убивать представителей побежденного племени, эта практика сменилась практикой другой. Не убивать их, а превращать в работников, то есть в рабов. Каких работников? Ну, таких, которые, будучи побежденными представителями другого племени, они заслуживают того, чтобы их убили, но им даровали жизнь и разрешили им работать на тех, кто их победил, на победителей. Поэтому по праву победителей, вот эти самые победители, начинают эксплуатировать рабов. Какие права есть у победителей на рабов? Все. То есть раба можно не только заставить работать и заставить делать то, что вздумается рабовладельцу, а можно его и убить. И это убийство вообще не считается убийством, поскольку побежденный, превращенный в раба, не считается человеком, поэтому ни о каком наказании за убийство речи не может быть. Беглых рабов ловили, их в
для острастки других казнили, и тем самым поддерживали вот эту практику, в которой тот, кто является главным создателем материальных благ, а именно работником, раб, вот он бы никаких прав не имел. То есть так появилась совсем другая форма собственности, частная собственность. Это значит, что средства производства находятся уже не в руках общества в целом или общины в целом, а в руках отдельных членов этой общины, которые выделились и которые организовали производство на латифундиях в своих частных интересах. И тем самым вот появилась первая формация, которая относится уже не к таким формациям, которые можно считать коммунистическими, а к таким, которые надо считать частнособственническими. Можно сказать, что последующие еще две формации – это феодализм, феодальная общественно-экономическая формация и капитализм, капиталистическая общественно-экономическая формация, они не изменяли форму собственности по существу на противоположную, они были формами осуществления частной собственности. И поэтому можно считать таким образом, что вот эти три формации образуют одну большую, длительную частно-собственническую формацию. И поэтому переход к коммунизму от капитализма, который сейчас имеет место и который сейчас происходит, поскольку нынешняя эпоха, эпоха империализма и превращение капитализма в коммунизм, можно считать, что вот совершается переход от частно-собственнической формации снова к такой формации, которая основана на общественной собственности, которая поэтому может называться коммунистической. Вот, собственно говоря, легко это запомнить. Но формации определяются тем, каковы производственные отношения. Хотя производственные отношения развиваются под воздействием производительных сил. Если производственные отношения частно-собственнические, мы получаем частно-собственнические формации или одну большую частно-собственническую формацию, которая разделяется на три более мелкие формации – рабовладение, феодализм и капитализм. И две коммунистических формации – это первобытный коммунизм и коммунизм, который снова основан на частной собственности, но уже его движение связано с развитием производительных сил, которые возникли в ходе длительного исторического развития в рамках частно-собственнических формаций. Поэтому коммунизм рождается из капитализма, и именно потому, что он рождается из капитализма, Маркс в критике Готской программы выделял две фазы или две стадии развития коммунистической общественно-экономической формации. Первая стадия – это коммунизм незрелый, неполный, то есть связанный с выхождением из капитализма и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном отношении, несущем следы старого строя, то есть капитализма, и коммунизм полный. Поэтому нельзя говорить о том, что, вот скажем, есть отдельно социализм, а есть отдельно коммунизм. Вообще социо и коммунис – это, так сказать, разные слова для выражения одного и того же содержания. Содержание сводится к тому, в какой собственности находится средство производства, в общественной. Поэтому, когда мы говорим социализм, мы тоже имеем дело с коммунизмом, только с каким коммунизмом? Не развитым, не полным. И поэтому, когда мы говорим, например, о переходном периоде от капитализма к коммунизму, мы имеем в виду, что по окончании переходного периода возникнет общество, которое основано на общественной собственности, но со следами своего выхождения из капитализма, и вот такое общество с родимыми пятнами капитализма, такой коммунизм, к
который во всех отношениях несет отпечатки того строя, из которого он вышел, называется социализмом или первой низшей фазой коммунизма. Вроде бы это такие азбучные вещи, но надо сказать, что они и в советское время были плохо восприняты, плохо усвоены. Если, скажем, на 22-м съезде в докладе первого секретаря говорится о том, что у нас вот скоро, через 10 лет, появится коммунизм, первая фаза, а через 20 лет уже высшая фаза. Не говоря уже о том, что говорить о том, когда появится высшая фаза, это вообще заниматься блефом, потому что ни один серьезный политик никогда не скажет, когда закончится одна формация, начнется, или когда закончится один этап, и начнется другой. Это дело истории. А в истории действуют противоборствующие силы. Правда, если считать, что классовая борьба прекратилась, как говорил Хрущев, и что социализм победил полностью окончательно, что тоже является совершенно ненаучным утверждением, потому что социализм находится в состоянии классовой борьбы с мелкобуржуазностью, и эта мелкобуржуазность может снова взять верх. Ну вот, если это не принимать во внимание, только тогда можно такие вещи говорить. А если взять историю Советского Союза, то социализм был построен в середине 30-х годов. Значит, можно сказать, что в середине 30-х годов была построена в Советском Союзе, создана общественно-экономическая формация. То есть был во всех сферах производства материального, и в городе, и в деревне победила общественная собственность. Хотя эта общественная собственность на этапе социализма имела такие специфические формы. Например, в городах это государственная форма общественной собственности. Общественная собственность как собственность государства рабочего класса. А в деревнях это, если брать колхозы, то это кооперативно-колхозная собственность, тоже как одна из форм единой общественной собственности. В деревнях, кроме того, были совхозы, как известно, и были машино-тракторные станции, государственные хозяйства, которые тоже действовали в общественных интересах, и все вместе это обеспечивало органическое и органичное подчинение производства общественным интересам, то есть общественную собственность на средства производства, то есть коммунизм. Поэтому при коммунизме у нас люди жили с 1936 года, будем так считать примерно. И поэтому то поколение, которое, скажем, которое действовало тогда, когда Хрущев на 22-м съезде выступал вот со своими заявлениями, значит, ему уже было, значит, 61 минус 36. 25 лет. 25 лет уже развивался коммунизм в СССР, в России. Ну вот, значит, это вот самое крупное деление, деление по характеру собственности на средства производства. То есть материальное производство, которое является основой общества, оно берется либо как такое производство, которое подчиняется общественным интересам и дает тем самым общественную собственность, либо такое производство, которое подчиняется частным интересам и дает частную собственность. Отсюда либо это общественно-экономические формации, которые основаны на общественной собственности, коммунистические формации, первобытный общинный коммунизм и коммунизм, возникший на базе отрицания или снятия капитализма, и частнособственнические формации, рабовладение, феодализм, капитализм. Вот такая получается картина. Ну а в чем в рамках формации, то есть в рамках такой формы общества, которая определяется характером производственных отношений, типом производственных отношений, как в рамках формации
устроена политика и идеология. Так вот, идеология и политика, они определяются, поскольку идеология определяется тем, каков экономический базис, то, следовательно, идеи, то есть мысли о том, что необходимо делать, куда двигаться, куда направляться, как действовать, все эти мысли, они формируются, исходя из требований, вытекающих из природы материального производства в рамках этой формации. Ну и, соответственно, и политические формы, и политические действия тоже определяются материальным производством. Поэтому говорят так, что формация представляет собой такой вид. Это материальное производство, это способ производства. А способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений, тип которого определяется характером производственных отношений. И существует всего сколько способов производства? Всего 5 способов производства. Это первобытно-общинный коммунистический способ производства. Это рабовладельческий способ производства. Это феодальный способ производства. Это буржуазный способ производства. И снова коммунистический способ производства, но уже основанный на тех производительных силах, которые развились в лоне предшествующих формаций. Хочу обратить сразу внимание на то, что когда речь идет об общественно-экономической формации, это абстракция. Абстракция – это что значит? Это значит, что мы абстрагируемся от некоторых моментов, которые категории общественно-экономической формации не выражают. Вот тот, кто внимательно смотрит, внимательно изучает понятие общественно-экономической формации, может обнаружить, что, скажем, в понятие формации не входит исторический путь или характер той истории, которой прошел тот или иной народ или та или иная страна. Это раз. Во-вторых, вопросы культуры тоже никоим образом не выражены в категории общественно-экономической формации. Ну, если не считать того, что в рамках общественно-экономической формации такими элементами культуры являются средства производства. Эти средства производства развиваются, вместе с ними развиваются и другие элементы культуры. И вот еще один момент, национальный момент, национальный вопрос, он тоже в категории общественно-экономической формации вообще никак не выражен. То есть общественно-экономическая формация – это не всеобщая формация, в отношении которой можно было бы поставить такой вопрос, а у вас подход цивилизационный или формационный? Это разные совершенно вещи. Формация, она берет только материальное производство, политическую, идеологическую надстройку. И выпадает что? Выпадает культура, история и культура, история и нации. Три очень важных момента исторических, они в этой категории не выражаются. Поэтому, вот, скажем, мы к этому вернемся в конце курса, когда будем говорить о соотношении информационного и цивилизационного способа рассмотрения истории. Но ясное дело, что цивилизационное – это просто более богатое рассмотрение. Так, чтобы ядром этого рассмотрения является рассмотрение формационное, поскольку ядром формационного рассмотрения является материальное производство. Это, так сказать, называется и в науке раскрытие. Не сопоставление такое, что рядом лежат, а рядоположность, а раскрытие, движение от более общего к более конкретному и к развертыванию всего богатства составляющих. Поэтому, скажем, если человек рассказал нам, какая это формация, это вовсе мы не все знаем про то общество, которое изучаем. А другое дело, что если мы примем внимание все эти моменты, то это мы уже, видимо, это общество как определенную цивилизацию во всем богатстве ее
мысленных определений. Так, вот, значит, что получилось, что имеется базис и имеется надстройка. И вот, так сказать, эта вся строительная технология имеет, конечно, свой дефект. Почему? Потому что, ну, как вы понимаете, когда что-нибудь строится, сначала строится фундамент, а потом на этом фундаменте строится уже то, что является надстройкой. Даже постройка, а уже надстройка – это то, что на постройке, если брать строительную терминологию. А вы возьмите, скажем, вопрос о становлении коммунистической общественно-экономической формации. С чего начинается это становление? И сравните со становлением буржуазной общественно-экономической формации. Давайте начнем с буржуазной, потом перейдем к коммунистической. С буржуазной формации надстройка продолжает оставаться феодальной, а капитализм преспокойно развивается в рамках феодальной формации. Вот если наиболее такую глубокую всеобъемлющую работу взять о становлении капитализма в рамках феодализма, это работа Ленина «Развитие капитализма в России». Третий том полного собрания сочинений. Дело в том, что Маркс как бы этот вопрос опустил в «Капитале». Он предположил, что вот уже есть класс рабочих, освобожденный от всего, кроме рабочей силы, которая есть, его способность к труду, и класс буржуазный, у которого есть средства производства. Ну, поскольку у рабочих ничего нет, они абсолютно свободные. Буржуазия абсолютно не свободна, она должна вот заниматься этими средствами производства, фабриками, заводами, так, организацией производства. Вот, а рабочие хотят, так сказать, идут, продают свою рабочую силу. Не хотят, не продают. Но поскольку у них ничего нет, то у них единственная дорога при всей этой свободе, формальной, идти наниматься капиталисты. Они нанимаются и тем самым создают прибавочную стоимость для этого капиталиста. И капиталист живет за счет прибавочной стоимости, а работник получает стоимость своей рабочей силы, в лучшем случае стоимость. Хотя, вот, скажем, данные по России современной говорят о том, что и в два, и в три раза меньше получают, чем стоимость рабочей силы. Стоимость рабочей силы можно посчитать примерно. Это стоимость тех благ, которые необходимо иметь для того, чтобы обеспечивать нормальное воспроизводство работника и членов его семьи. Чтобы рабочая сила не в разовом порядке вот имелась, мы ее нашли, мы ее, так сказать, вот наняли, а чтобы она воспроизводилась в обществе. И у капиталистов была такая ситуация в Англии, когда не путем классовой борьбы рабочих улучшено было их положение и введено фабричное законодательство, а в связи с тем, что поскольку дети работали, в том числе в возрасте 5 лет, и таскали кирпичи из печей, вот, и другие работы выполняли. Причем это было широко распространено, потому что и женский труд широко был распространен. Более широко, чем мужской, потому что женский можно было оплачивать в 2 раза меньше, а детский, да еще и в 4 раза меньше, чем труд взрослых. Поэтому взрослых не брали, они становились безработными, а кормились семьи рабочих, так сказать, за счет работы детей, частично жен. И это привело к тому, что начал вымирать просто рабочий класс английский, вымирать. Ну и тогда спохватились фабриканты, поскольку они заинтересованы в том, что было, так сказать, были те люди, которые бы производить им прибавочную стоимость, и ввели фабричное законодательство. То фабричное законодательство не является плодом классовой борьбы, ни в коей мере. Можно сказать, что в какой-то мере и в дальнейшем, так сказать, буржуазия, если она грамотная, она некоторые, так сказать, меры предпринимает в виде трудового законодательства, которое поддерживает существование рабочего в таких рамках, что он может дальше эксплуатироваться. А если она эти рамки отпустит, то вот он эксплуатироваться перестанет. Но и сейчас вы знаете, что очень до трети работников в современной России, они как бы не оформлены. Их как бы нету. Их нету как бы для государства. Государство не заботится даже тем, чтобы взять с работодателей налоги за этих работников. Ну, раз их нету, как бы, у фабрикантов, у капиталистов, то их как бы нет и у государства. И денег нету, которые надо было бы взять с этих самых капиталистов.
и про который нам вот Дмитрий Медведев говорит, что денег нет. Ну, если нет, если за встречи капиталистов не брать налоги, конечно, их нет. Не говоря уже о том, что не берутся налоги, прогрессивный налог, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки 30% прогрессивный налог, во Франции 50%, а у нас 13%. То есть, как бы, есть огромные, так сказать, массы прибавочной стоимости, они переливаются через края, так сказать, России, и выливаются в банки. И они там тоже работают, потому что банки, в банках тоже берет кредиты, кредиты используются для того, чтобы наращивать производство, только не российское. Так что вот такая картина. Ну вот, надо иметь в виду, что, следовательно, это вот такого рода рассуждение о надстройке. Ну вот базис, во-первых, он как бы не так его строит, он идет, развитие идет этого базиса. Как развитие? В городе появилась мануфактура. Что является характеристикой мануфактуры? Разделение труда. А до этого была простая кооперация. Вот если мы с вами вдвоем работаем, вы делаете табуретку, я табуретку, и мы смотрим, кто как делает, и это уже не усиливает производительность труда, потому что у вас какие-то есть приемы, у меня какие-то есть приемы, и мы так вместе. Потому что это кооперативное производство, простая кооперация, или нам всем принадлежит, или принадлежит одному хозяину. Вот. И затем появляется разделение труда, просто, так сказать, ручного труда. Разделение труда, и вы делаете крышки, а я делаю ножки. А если третий человек собирает это все, а четвертый красит, а пятый, так сказать, отбирает то, что получилось, и то, что бракованное, возвращает на переработку. И это называется уже мануфактура. А когда начинают применяться машины, то это уже не мануфактура, а фабрика. А если это уже фабрика, то это другое дело. Поэтому это на строительство никак не похоже. Это никак не похоже, никакое это не строительство. Может быть, что если струна, строится капитализм. Ну, это как-то странно. Вот. В России строился капитализм. Он не строился, он развивался. Поэтому и называется так. Хотя я бы заменил вот это название на становление капитализма в России. Потому что, хотя речь шла в этой книге, идет и о становлении, и развитии. В городах уже он развивается, а в деревне еще только становится. И к концу XIX века в России в экономике был капитализм. То есть базис был капиталистический. А настройка? Настройка феодальная. Спрашивается, какая это страна? К чему ее отнести, к феодализму или к капитализму? Вот как бы вы решили эту проблему? Она находится в переходном периоде. Ну как, ну все-таки страна-то как? Вот там же для того, чтобы перейти к другой стране, нужна революция вообще. Правильно? Вот когда, что такое революция? Это же переход от одной формации к другой. Или начало перехода. Поэтому... Ну, я думаю, что здесь есть смысл, наверное, все-таки по базису характеризовать страну. То есть, ну, если мы считаем... Ну, вот если вы будете по базису, тогда как, а зачем тогда буржуазная революция? Если по базису, уже буржуазный строй в России. И тут приходят люди и начинают делать буржуазный рост. Нелогично, правда? Не получается. Поэтому буржуазную революцию делали. К этому времени в России был в городе и в деревне капитализм. Поэтому вот это такой важный теоретический момент. Как вообще считать, к какой формации относится страна? Если вы посмотрите просто на экономику, это еще ни о чем не говорит. Если вы посмотрите на экономику вот в переходный период, ну, после революции социалистической в России, какая была экономика в декабре? 17-го. В декабре 17-го, конечно. Но после революции, ясно, а когда у нас была революция социалистическая? Какая была экономика в декабре? Капиталистическая. Значит, страна какая? Так страна у нас считалась социалистической с какого периода, с момента? С момента установления власти. Так, другой. Власти рабочего класса. Поэтому, ну вот мне на эту тему вот, пришлось выступить в нашем журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета». И эта статья опубликована, критерии деления.
общественно-исторического процесса на общественно-экономические формации. Вот. Это в 2015 году вышла эта статья. Ну и я вот, поскольку разбирал эту проблему, которая как бы вроде бы казалось, что тут все ясно, а выяснилось, что тут совсем не все ясно. И вот то, что вы сказали, это типично. На самом деле, не в том смысле, что это вот ошибка, а это, ну, как-то привычный такой ответ, но он не укладывается. Значит, весь вопрос в том, что класс – это такое понятие, которое не является понятием политическим. Класс – это что такое? Как он? Чем определяется? Класс – это большие группы людей, различающиеся по положению в производстве. Да? Это значит… по месту в исторически определенной системе общественного производства, по отношению к средствам производства, большей частью закрепленными в законах. Так, по роли в общественной организации труда, третий, четвертое, по размерам и пятый, способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Все вот эти параметры, все вот эти признаки класса, они все сугубо экономические. То есть понятие класса экономическое. Поэтому, когда мы говорим, что власть переходит к какому-то классу, она переходит к тому классу, который находится в экономике. И вот рабочий класс силу набрал как класс, еще будучи классом капиталистической экономики. Поэтому его положение не поменялось после того, как он взял власть, в экономике не поменялось, а поменялось только в настройке, в политике. Но поскольку другой класс встал к политическому рулю, то, значит, можно считать, что вот с октября 17 года начался отсчет коммунистической и общественно-экономической формации. А какой отсчет? Сколько этапов проходит коммунистическая и общественно-экономическая формация? Крупных. Мелких мы можем насчитать до бесконечности. Три. Первый, вот вы уже один сказали, переходный период. Переходный период от чего к чему? От капитализма к социализму. Ну, что значит социализм? У нас формация какая? Коммунизм. Значит, коммунизм. Кстати, я вот, поскольку я довольно давно преподавал политэкономию, значит, социализма. Я всегда преподавал, что вот есть пять укладов в переходный период. Это патриархальный, мелкобуржуазный, капиталистический и социалистический. И госкапитализм еще. Частнохозяйственный, госкапиталистический и социалистический. Потом открыл у Ленина «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Там нет никакого социалистического уклада, коммунистический уклад. Ну, это и понятно. То есть ведь идет переход от какого строя, от какой формации к какой? От капитализма к коммунизму. Этот вот переход состоит в том, чтобы постепенно исчезли вот эти четыре уклада, и остался только коммунистический уклад, а когда он остается один, он уже не уклад. А что? А целое. А целое как называется? Коммунизм. Ну, какой коммунизм, который вот получился в результате переходного периода? Это тот, который вышел из капитализма. А когда он выйдет из капитализма, какой он? Ну, со следами этого выхождения. Это вот в этом диалектика появления. А какие следы? Ну, в экономическом, нравственном, умственном. Давайте нравственное и умственное оставим в стороне. Достаточно было только одного – экономическом. Если в экономическом, то будет и нравственным, и умственным. Ну, а что в экономическом? А в экономическом, вот это отмечено и в критике Готской программы у Маркса, и это отмечено и в «Государстве революции», что вот тут есть… буржуазное право. Буржуазное право в кавычках, правда, берется буржуазное. Ну, буквально-то нету буржуазного права, нет буржуазии. А в смысле того, что характерно для буржуазного права? Применение одинакового масштаба к различным людям. Люди не равны, а значительная часть, вот сейчас мы посчитали по итогам, как говорится, уже когда нет этого социализма, что по потребности распределялось 52% благ, каких самых крупных жилье, самых дорогих. Медицина и образование. Остальное по
труду. А по труду это значит, один болен, другой здоров, получает поровну. В одного большая семья, у другого маленькая, получает поровну. И у Ленина написано для тем, так сказать, в назидание тем, которые сейчас говорят, надо бороться за справедливость, надо сейчас сделать, добиться справедливости. Как вы добьетесь справедливости? Справедливости при социализме нету в первой фазе коммунизма. В первой фазе коммунизма, пишет Ленин, неравенство еще остается, и неравенство несправедливое. То есть справедливость понимается в марксизме, скажем, только как в смысле равенства классового. Если преодолено социальное неравенство, есть справедливость. А если мы с вами не равны, то значит это справедливость в одну сторону, то есть несправедливость. Вот такой интересный момент. И тогда мы видим, что вот совершенно по-разному идет становление. Вот капитализм в лоне, так сказать, феодального общества вырастает, 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 и ему нужно сбросить только стройку. Он ее сбрасывает, и вот этот сброс был кровавым в России. Потому что вот пойдите на Марсово поле, увидите, сколько там похоронено жертв февральской буржуазной революции. А что касается Октябрьской революции, то тут сброс этой политической, не был сброс на стройки. То есть нужно было переворот сделать в буквальном смысле слова на место класса буржуазного поставить рабочий класс. И этот переворот был бескровным. Переворот-то был налицо. Всякая революция есть переворот. Не всякий переворот есть революция, но всякая революция есть переворот. То есть тот класс, который был, так сказать, угнетенным, становится, если он передовой, конечно, а если он угнетенный, но не передовой, это никакая не революция. Вот. Вот. Крестьяне были угнетенным классом, вот если они, если сделали бы они революцию, она бы была буржуазной. Вот. При этом что важно? Важно то, что пока класс имеет политическую власть, он имеет какую-то экономическую власть. Например, вот феодалы. Какую они имели экономическую власть после уничтожения крепостного права? Крепостное право уничтожено. Зачем еще революция? Все. А была какая-то сила у этого класса феодального? Они владели средствами производства. Что они? Владели средствами производства. Зачем это надо куда-то вкладывать? Ну, кто-то и вложил, конечно. Но если я, вот скажем, был, вот представьте, я был помещиком большим, так? И вот освободили крестьян. То, что я раньше крестьянам давал землю, которые на меня работали, чтобы они на меня работали. То есть они у меня работали на барщине и еще у себя на участке. А теперь все, хотите работать на моей земле, хотите денежки. Не надо никуда вкладывать, все есть. И люди есть, и работники есть. А теперь эти же самые крестьяне. Вы хотите в лес пойти? Вы были, я вам был отец родной. Вы могли заходить в лес, собирать грибы, ягоды. Вам грибочки? Ягоды? Давайте деньги. Идите. Так, корова ваша зашла на мой луг. Что нужно делать с вашей коровой? Я ее изымаю, эту корову. Или давайте деньги, я ее верну. И так далее. Во что превратились помещики? Помещики, они изначально превратились в то, что они были в начале. Поместье – это по месту. А вот английское слово «landlord» – земельный лорд. То они стали землевладельцами. Они и были землевладельцами, они землевладельцами и остались. Это самое освобождение крестьян, поскольку вся земля осталась у помещиков, просто превратило помещичий класс из такого, скажем, класса, который организовывает производство еще, то есть еще позитивно имеет начало. Класс, который производство уже не организовывает. Потому что если я землевладелец, мне вообще ничего не надо. Вы мне платите деньги за всякие движения на моей земле. И все. А вы их вкладываете. Зачем мне теперь вкладывать? У меня все вложено уже. И они богатели прекрасно. А крестьяне, так сказать, также были безземельными и нищенствовали. Поэтому для крестьян вопрос стоял о буржуазной революции, которая должна была дать землю. А для буржуазии этот вопрос почему-то не стоял, для российской. Буржуазия российская не считала нужным заниматься тем, чтобы отнять землю у прошлого класса. Ну и между собой хотя бы разделить. Ну их часть дать крестьянам. Нет, она ничего не делала.
Ну, просто ничего не делала. То есть, кто подготовил в этом смысле Октябрьскую революцию? Ну, Октябрьскую революцию подготовила буржуазия. Потому что она не сделала то, что должна была сделать как какой класс? Как буржуазия. Ну, как буржуазия? Должна была отнять эту землю и отдать ее крестьянам. Для чего? Чтобы развивалось бурно капиталистическое производство. Когда вот большевики отдали землю крестьянам, декрет сделали, что стало происходить в деревне? Бурное развитие капитализма, естественно, потому что есть бедняки появились, середняки опять, кулаки очень быстро, и вся структура, которая была, вот была описана Лениным в 19 веке, эта структура к 28 году полностью сложилась. И поэтому картина, которая была у нас в переходный период от капитализма к коммунизму, если строго говорить, такая, что в деревне никакого социализма не было. В деревне развивался капитализм. Поэтому, скажем, эта же самая кооперация – это революция в деревне. Они просто, если вот мы кооперировали там работников. Да не просто кооперировали работников. Или, скажем, ликвидация кулачества как класса. Ликвидация кулака и ликвидация кулачества – это совершенно разные понятия. Ликвидация кулачества состоит в том, что никто не идет к нему работать. Если я кулак, а вы перестали ко мне идти работать, потому что вы как-то чем-то заняты. Так вы у меня работали, а теперь вы пошли, сложились в кооперацию. А ко мне никто не идет. Что я должен делать? Как что? Ну, я и раньше работал, кулаки все работали. Они все трудящиеся были при этом, при том, что они были капиталистами. Но теперь он не мог эксплуатировать, он ликвидирован как класс. И борьба, которая была политическая уже, она была политическая с теми, кто пытался этому противодействовать. Еще. То есть тогда уже, когда кулаки становились политическими противниками или там врагами. Ну вот такая получается интересная картина. То есть вот в этом вопросе обычно мы все знаем по поводу общественно-экономических формаций. Ну обычно 2-3 слова, 2-3 предложения. Что есть базис, на нем стоит политическая и идеологическая надстройка. А на самом деле, что она стояла, на самом деле есть надстройка. Вот переходный период капитализма. И долго-долго строится этот вот базис, подводится под эту настройку, которая есть. И сколько это у нас заняло лет? Это у нас заняло 18 лет. А вот сейчас про Китай. Китай какая страна? КНР. Ну, они говорят, что коммунистическая. Они говорят, то, что они говорят, вы им поверили или не поверили. Это что, научный наш взгляд? Мы вот с вами аспиранты. Научный взгляд какой должен быть? Какой критерий определения, какая страна? Потому какой класс у власти. Если у власти землевладельцы, сколько бы там ни развивался капитализм, какой это был феодализм? У нас была феодальная Россия до февраля 17-го. Пока у власти были рабовладельцы, там пускай где-то они развивают феодальные отношения. Пока они у власти... Они же экономический класс. Если они есть, то есть рабовладельцы есть, значит, есть у них рабы. А раз есть рабы, это не бывает так, что не было бы основы. То есть тут связь с экономикой это есть. Связь с экономикой у рабочего класса. Как мог рабочий класс без связи с экономикой осуществлять, скажем, строительство коммунизма? Так он же в капиталистической экономике. И он есть отрицание этой капиталистической экономики в самой капиталистической экономики, то есть он ее отрицание в ней самой. У него корни экономические. Вот положение рабочего класса, в смысле заинтересованности его в том, чтобы не было классов, ничего не изменилось. Он как был заинтересован при капитализме в том, чтобы не было этих самых классов, так он оказался заинтересованным после того, как власть к нему перешла. А что от того, что она перешла к нему, что изменилось в экономике? Ничего еще не изменилось. А когда построили коммунизм, получилось уничтожение классов? Не полностью. Антагонистические классы уничтожены. А когда полностью будут уничтожены, а никто не скажет вам. Только Никита Сергеевич обещал за 10 лет это дело осуществить. Поэтому вот это очень важно. То есть критерием отнесения страны к той или иной формации является тот класс, который находится у власти. В Китае какой класс находится у власти? Буржуазия или рабочий класс? Берем их устав, открываем вот по 19-му съезде последний, что это вот в Китае, сказать, КПК, это партия рабочего класса,
которая руководствуется учением Маркса, Энгельса, Ленина, Мао Цзэдуна и перечисляет дальше своих более поздних теоретиков. Но и сколько там будет переходный период, а кто скажет? Вот если у нас он был, у нас в стране было, ну, больше, чем сейчас, конечно, чем в нынешней России, но меньше, чем 300 миллионов, да, в России. Но в Китае 1,380 миллиарда. Поэтому говорят, ну, они так долго собираются строить, а вы умеете быстрее строить? Ну как это вот подвести вот при таком, потому что надо все время кормить эти 1,380 миллиарда. И кто их будет кормить? Не партия же их кормит, и не государство, а наоборот, они кормят и партию, и государство. Они всех кормят, лиц умственного труда для этого. Это такой длительный и очень сложный процесс. Это вот неудивительно было бы, если там голод был бы. Вот это бы сказали, ну вот там голод, понимаешь. Нету там никакого голода, и темпы роста высокие, и экономика бескризисно развивается. Это тоже один из критериев. Вы же не отнесете ее капиталистически. Когда был всеобщий кризис во всех крупных капстранах, он задел? Он ни Вьетнам не задел, ни КНДР не задел, ни КНР не задел. И Лаос он не задел. Кубу задел, потому что Кубе раньше Советский Союз помогал, тогда они тоже не задевали кризис. А тут ее не очень-то и помогали. Или там платили раньше за ту же самую радиолокационную станцию, которая на Кубе стояла, и соответственно, так сказать, поддерживали экономику, в том числе кубинскую. И такой возможности нет. То есть вот этот вопрос о том, как делить на общественно-экономические формации, он является очень таким принципиальным. И поэтому другой взгляд у нас тогда уже с этой точки зрения, с этой позиции, которую мы сегодня рассмотрели, и на революции. Мы же революцию брали как политическую. А политическая революция – это что? Смена класса у власти. Все, пришел другой класс, дело в шляпе. Революция состоялась. Революция-то состоялась, а формация, она или была уже построена почти, или еще только еще предстоит ее построить. И вот давайте смотреть. Была вот в этом плане революция при переходе первобытно-общинного коммунизма в рабовладение. Это же революция. Не было никакого класса у власти, и не было никакого государства, это переворот. Раньше была общественная собственность, стала частной. Переворот экономический тут явно произошел. Политический переворот. Тут еще о перевороте трудно говорить, еще впервые появилась государственная власть. Что такое государственная власть, что такое государство? Мы забегаем вперед, но с другой стороны вы уже это и знаете. Иногда здесь государство – это мы. Хорошая ответ, вот нас тут трое как раз, хорошо. Тройками собираться – это государство. Что такое государство? Я думаю, лучше вы скажите. Вас точнее будет, скорее всего. Значит, государство, ну, естественно, значит, эти вещи же не придумываются, как всегда. Вот есть люди, которые эти вопросы изучали и которые, ну, дают канонические определения. А определение вообще придумать можно сколько угодно разных, если мне не нравится. То есть это же не вопрос об определениях, это не вопрос о том, что придумать, потому что надо иметь стройную теорию так, чтобы в этой теории лежали эти определения. Они согласовывались с другими определениями. Вот что является требованием науки. Наука – это что? Ну, наука-то вы как аспирант знаете, что? Да. То есть, как бы я задал неприличный вопрос. Наука. Наука что? Ну, тоже можно по-разному посмотреть. Ну, вот это по-разному, то вот это подозрительно, что по-разному, потому что это даже… В смысле, наука – это просто новоевропейский проект. Что это? Ну, проект, но, ну, то есть проект. То есть, а он так и не реализовался, этот проект. Так, ну, проектом и остался. Вот беда. Это сейчас вот эта новая беда. Все проекты. Uh-huh. Так когда-нибудь же вы построите это здание по этому проекту? У нас, говорит, сейчас проект. А когда будет готово? Ну, проект – это смысл, это слово «проект» какой? В том, что ему предстоит реализоваться. Так у вас все проекты, а деньги уже получены за эти проекты. А все? Это здорово. Поэтому так и эти деньги растекаются. Сейчас вот национальный проект. Чем отличается от плана? Значит, вам был установлен план. План – это закон.
Так, неважно, я, скажем, крупный менеджер крупной капиталистической компании. Так, у нас, у меня есть бизнес-план. Вам было поручение. Вы не сделали, я вас посадил в тюрьму. Потому что вы истратили деньги. А тут, значит, вот сейчас опять Дмитрий Анатольевич нас порадовал. Опять плана нет никакого в рамках государственного сектора, который производит 70% ВВП в России. 70%. То есть это покруче, чем было там при Ленине в переходный период. Знаете, там госкапитализм, он же маленький был, а тут госкапитализм огромный. И вот эти несчастные Дерипаски, Абрамовичи, их ведь у них беда, то их не берут в какую-нибудь страну, ни гражданство не дают, то у них каких-то счетов лишают, то клубы отнимают. А эти, значит, компании сидят в государственном секторе, получают прибавочную стоимость под видом зарплаты. Ну, скажем, если платят 30 миллионов в месяц членам наблюдательного совета Роснефти, это что, зарплата или прибавочная стоимость? Нет, зарплата там тоже ведь есть, они же управленцы. Ну, скажем, 50 тысяч на зарплату, а остальные 37 миллионов 550. Это прибавочная стоимость. Более того, вот, скажем, Герман Греф. У них там зарплаты худые по сравнению с Роснефтью, только 24 миллиона у наблюдательного совета в месяц. Он дать вам такую зарплату еще неизвестно. Я вот просто боюсь за вас. Не то, что вы что-нибудь сделаете. Вас могут до дома и довезти, отберут. Так вот, значит, кроме того, что они вот это записывают себе в зарплату, причем в наглую нарушая формулировки Трудового кодекса. Формулировки такие, что зарплаты считаются все выплаты там. Любые, поощрительные, за вредные условия труда, там, такие и такие. Они говорят, вот эта зарплата у нас тоже миллионная. А это бонусы, а это поощрительные, а это за выполнение важных заданий. Короче говоря, набирается вот. Это все на самом деле под понятие зарплаты подходит, данное в Трудовом кодексе. Но под экономическое понятие зарплаты не подходит, потому что зарплата – это денежное выражение стоимости рабочей силы. Ну, рабочая сила, так сказать, она меряется еще и затраты ее. Рабочие силы таковы, что больше, чем шахтер, вот я, например, как профессор, не могу затратить. Я понимаю, что у меня какие-то вот усилия бывают, когда я рот открываю. И правда, но мне легче, потому что я рот закрыл, и рабочее место убрано. Мне мыться не надо после этого, переодеваться. Вот. И я не рискую жизнью, когда я сижу за столом или выступаю с трибуны. Поэтому, скажем, 50 тысяч поставим мы. Я 54 получаю. Давайте 54 поставим. А дальше? И то я не уверен, что, может, мне уже накинули, поскольку я в буржуазном университете работаю. Поэтому, а дальше идет прибавочная стоимость. Так мало того, они еще имеют, поскольку они не обычные государственные чиновники, а экономические. Экономически как бы у них такой нет традиции, и что им нельзя иметь какие-то капиталы в своем же. Они имеют еще долю этого капитала. То есть они еще и капиталисты в буквальном смысле. Они в скрытом виде капиталисты, они в явном виде чиновники государственные. И они еще капиталисты в чистом виде. Скажем, и Греф, и управленцы там высшие, они имеют какие-то доли в Сбербанке. И получают что? Дивиденды. Вот так. А если я на государственной службе, то это по-другому выглядит. Если я на государственной службе, я не имею права иметь предприятие. У меня было два завода, и вот меня избрали в Думу. Или назначили в администрацию президента, или меня назначили в правительство. Теперь я загрузил. Я эти два завода передал вон тому товарищу. И тот товарищ получает достаточно много. Вот. Но его задача, чтобы к моменту, когда я закончу эту государственную деятельность, там у меня было 2 миллиарда, должно быть 4. А поскольку я на государственной службе, я товарищу-то не буду помогать, а его предприятию-то могу и помочь. Ну и даже не условия просто создать благоприятные. Это же не проблема, что мы и наблюдаем. Вдруг выясняется, что вот как здорово. Нас вот порадовали, что гражданка Навка. Жена Пескова заработала 130 миллионов. А вы тут прозябаете меня сейчас, аспиранты. Чего за люди такие? Учитесь, как надо действовать. Вот мучаетесь со своей, так сказать, диссертацией. А тут люди не мучаются и смотрят,
Ну как, кто смотрит, например. С другой стороны, русский народ помнит, что Пушкин писал «Золотая цепь на дубе том». Так что его отношение тут тоже определенное. Он не очень уважает людей, которые, так сказать, лихие деньги получают, не трудясь. Или трудясь совсем не в ту меру, в какую они получают. Вот, то есть тут очень тоже интересный получается вопрос. Так вот, какие же тут переходы были? Значит, вот первый переход был, это уже будет революция не политическая, а социальная. Переход от первобытно-общинного строя к рабовладению. Вам известны это какие-нибудь книги, которые на эту тему написаны, и там было бы описано, как состоялся этот переход? Я не знаю. Что-то вот, по крайней мере, я ни на слуху и ни на виду. Историков у нас много, они вот изучают. Один какой-нибудь возьмут монастырь, и там в деталях изучают, как они жили, как они все делали. А вот такой вот переход, формацию изучают, можно отдельно изучают. Первобытно-общинный строй изучают, сколько угодно, древний мир изучают. Так, рабовладение тоже изучено, переизучено. Феодализм тоже, капитализм и коммунизм. А вот эти все переходы – это непаханное поле. Вот. А на самом деле, вот этот переход называется социальной революцией. То есть, потому что была общественная собственность, стала частная. Это революция. Частная собственность двинула вперед производительные силы. Правильно? Это факт? Факт. В то время. Потом, значит, если это рабовладение, заинтересован раб повышение производительности труда? Вот я его вам даю, вы у меня раб. Я даю вам новые средства производства. Как вы к этому относитесь? Но имейте в виду, не сломайте только его. Это вы же раб, вы тоже понимаете, что вы, если будет что-то со средством производства, это и с вами. Так вам надо это средство, или вы больше старыми будете работать? Что-то не очень, да? Да, в общем-то, я думаю, что раб не особо заинтересован. Он не заинтересован. Почему? Он относится к средствам производства, но он как к средствам своего закабаление, чтобы он, так сказать, вот, закрепление этого рабства, поэтому он относится к ним враждебно. Он, ну, такого неизвестно, чтобы уж так прямо ломали, как лудиты там машину ломали. Но никакого нет. И поэтому, когда средства производства развились, выяснилось, это уже, так сказать, прогрессивные люди, там грамотные люди уже были, и ученые были, которые понимали, что вот рабовладение, оно не дает прогресса из-за того, что раб никто. Другое дело, вот крестьянин. Он половину времени работает у помещика. Он заинтересован хорошо работать у помещика. Будет плохо работать, помещик не даст ему землю. И он не сможет на своем участке работать, даже если у него время есть. Второе, значит, там одни злобствовали, там 4 дня барщина, 3 дня у себя на участке работает. А нормальные помещики более разумно делали так, что 3 дня на барщине, но их же много, ну а барщине это все собираются у него. А дальше он один у себя корячился на своем участке, да и семьи были большие. 4 дня. И он заинтересован в том, чтобы средства производства развивались. Поэтому средства производства стали развиваться и те, которые применялись на барщине, и те крестьяне, которые начинали богатеть, тоже старались приобрести эти средства производства. И при том, что было крепостное право, но уже много крестьян торговало и продавало то, что они произвели, и покупали более современную технику, и, так сказать, развивалось. Поэтому вот уже вот это производство феодальное. А вот этот момент, вот пришли эти самые германцы, напали на крупные рабовладельческие, культурные, просвещенные государства, их растащили, уничтожили. Но не все уничтожили, иначе у нас бы не было ни евклидовой геометрии, не было бы, не знали бы мы теорему Пифагора, видимо, не все уничтожено. То есть, скорее, новые, так сказать, те, кто набежали, более, может быть, менее развитые народы, они, тем не менее, впитали ту культуру, которая была, и, между прочим, и донесли ее до нас. Поэтому вот этот вопрос о переходе от рабовладения к феодализму тоже. Ну, вот вам встречались книги, где вот было вот это описано, как это было так фундаментально, так это описано, как это произошел переворот-то, переход? Нет,
Мне не встречалось. Не знаю, может быть, мы просто у нас... Должны существовать. Ну вот, например, от феодализма к капитализму точно есть. От феодализма к капитализму, вот я вам кроме вот этой самой... Ну, есть. Ну, да, вот я от Ленина назвал уже, достаточно большая книга, работа. Это есть. А вот тут есть. И о переходе от капитализма к коммунизму тоже есть. Но как-то потеряли по дороге, что это к коммунизму. То есть неправильная постановка вопроса. А потому что и коммунизм начали понимать, как что-то такое просто светлое. А ничего такого особо светлого нет. Это общественная собственность. Она была и не светлой при первобытном коммунизме совсем. А здесь она просто более выгодная с точки зрения развития производительных сил. И ее не надо так вот понимать, так сказать, в религиозном таком духе. В этом плане. Вот интересные получаются такие наблюдения и проблемы, которые надо бы тут видеть. То есть что получается? Сколько социальных революций прошло в истории или проходит, с учетом того, что это последняя не прошла еще, а идет. Эта революция, которая состоит в переходе первобытно-общинного коммунизма к частно-собственническим формациям, то есть к рабовладению непосредственно, раз. И это переход рабовладения в феодализм, это два. Это переход феодализма в капитализм, это три. И переход капитализма в коммунизм. И вот, скажем, сейчас, сколько народу живет в этих социалистических странах, в которых или есть уже низшая фаза коммунизма, высшая фаза, да нет, ни у кого, или переходный период от капитализма к коммунизму. Сколько же народу живет? Начинаем считать. Вот Китайская Народная Республика. 1 380 000 000. Теперь на втором месте идет Вьетнам социалистический. Уже он подобрался к 100. Там 90 с лишним. Почти 100 миллионов. И так вроде незаметно. Вот. И тоже страна, которая выиграла, между прочим, войну у Соединенных Штатов Америки. Единственная. А Соединенные Штаты Америки вообще никакой войны не выиграли. Одни. Кроме Мексики. Вот с Мексикой у них успешно там. Да, 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 да. На Гренаде. Они там были кубинские добровольцы, они их победили. На острове. Вот. Теперь, значит, берем следующий по количеству. Это КНДР, в которой первая фаза коммунизма. А что такое первая фаза? Это неразвитый, незрелый, с родимыми пятнами капитализма. Там недостатков там много, безусловно. Но нет там ни нищих, ни голодных, ни неграмотных. Я там был 2 недели в 92-м году главой делегации, так сказать. И у меня еще было 2 человека. Мы должны были написать статью в газету. 3 статьи мы написали в «Народной правде». И по телевидению показать. Но я спросил, как вот мы сделали по телевидению хорошо. Мы сказали, хорошо, эти самые корейцы. Только там вы это сопровождение это дали не корейское, а китайское, товарищи. Ну, я, например, не различу. Ну, товарищи на нашем телевидении там покопались и в этом музыкальном мусоре нашли, чтобы сделать это дело. Значит, ну, там 25 миллионов. Куба 11 миллионов и Лаос. В Лаосе революция была социалистической в 1975 году. Сравнительно недавно. 6 миллионов. Ну и вот набирается 1,5 миллиарда человек. 1,5 миллиарда. Из 7. Это много. А по влиянию вот этой самой формации, поскольку она прогрессивная, по влиянию, значит, она изменила ситуацию вообще в капиталистической части мира. Потому что какая ситуация была на то время, когда Ленин писал империализм как высшая стадия капитализма. Там главное содержание, что есть несколько крупных государств империалистических, которые грабят весь мир. То есть несколько хищников грабят весь мир. То есть все страны живут при империализме, это понятно. А что такое преимпериализм? Это значит, ли я вас граблю, или вы меня грабите. Вот что такое преимпериализм. А не то, что все империалисты. Хотя есть и такая точка зрения. Например, греческая компартия прислала нам на конференцию такой доклад в Разлее, которая была на международной. И он опубликован, что, дескать, вот здесь просто более крупные, более мелкие страны империалистические. Все страны империалистические преимпериализм. Вместо того, чтобы разделить на тех, которые грабят, и тех, кого грабят.
Поэтому, во всяком случае, то, что, скажем, российские капиталисты не прочь были выполнять пограбить, это совершенно понятно, потому что нет таких капиталистов, которые не хотели бы разбогатеть. Но то, что Россию грабит, это тоже понятно. Достаточно посмотреть только на то, что даже управляет нашими финансами, даже управляет тем, чтобы наша ставка кредита была такой, чтобы экономика наша денег не получала. И чтобы они шли, наши предприятия, на Запад, где там ставка ключевая 2% в Америке была. А у нас 7,75%. Да, еще и структура такая 7,75% и 7% коммерческий банк прибавляет, а получить можно только у коммерческого банка. 14 с лишним процентов, почти 15%. А норма прибыли у нас, ну, если 6% есть, это хорошо в промышленности. 6%. А как я возьму 100 миллионов по ставке 17%, так, а получу 106, и что? И у меня убыток получается. Сколько? 11 миллионов. Если все такая хватит. И все разоряется. И сколько у нас разоряющих сейчас предприятий, продолжается разорение в этом смысле. Но, значит, вот картина была такая. Значит, хищники и те, кого они пожирают. А сейчас? А сейчас такая ситуация. Значит, есть империалистическая часть мира. Есть та часть мира, которая находится либо в переходном периоде от капитализма к социализму, либо в при социализме, одна сторона, КНДР. И вот какова стратегия действий крупных капиталистических государств, которые не являются империалистическими. Называю эти, скажем, Бразилия, Южная Африка, Индия, Пакистан. Что они делают? Они, у них разные отношения и между собой, и с Соединенными Штатами Америки, и там, и с Китаем. Но они предпочитают дрейфовать в сторону вот этих стран, которые находятся в лагере социалистических. В каком смысле? Никакого союза такого военного прямого нет. И даже и политического прямого тоже нет. Потому что еще эти страны с разными общественно-экономическими системами, принадлежащие к разным формациям. Но, как вы знаете, буквально добивались, рвались Индия и Пакистан, между собой враждующие, рвались, чтобы войти в Шанхайскую организацию сотрудничества. Что мы про нее знаем? Она формально, ну вот сотрудничество и все. Но вот потом собирают министров иностранных дел, говорят, у нас сейчас будет совещание министров иностранных дел. И в этот день проводят еще и совещание министров обороны. Значит, какая тут складывается ситуация? И Россия сюда примыкает в качестве тоже такой страны, которую не прочь бы съесть. Большая страна, ну как вот корова, конечно, больше, чем волк. Но волк может съесть корову. Это понятно. Поэтому Россия и Китай. Китаю Россия. А потому что у России ядерное оружие, оставшееся от Советского Союза, и ракетное оружие. И у нее паритет с Соединенными Штатами Америки. А плюс китайцы, которые не в счет. А они-то не в счет, но они уже и корабли космические запускают. И у них есть и ракеты, и ядерное оружие. Поэтому не в счет. И Россия вместе с Китаем дают какой потенциал? Более высокий, чем у США. Поэтому, когда, скажем, если вы вспомните эту полемику, когда Трамп заявлял, что мы сейчас эту Корею уничтожим, и Китай, и Россия высказались так, да нет, вы лучше разговаривайте, договаривайтесь. И сразу стало понятно, что эти вот страны две не дадут, и все. И ничего там не делаешь, потому что ничего не могут сделать. Нет у них потенциала в этом смысле. В международной политике, тем более между разными системами, все решается силой, а вовсе не переговорами. Переговоры – это как бы констатация того, что сложилось. Вот. Теперь зачем Индия и Пакистан идут, подошли в этот Шанхайскую организацию сотрудничества? Индия для нее – это гарантия, что ее не съедят. Они очень быстро развиваются, быстрее, чем Китай сейчас. Очень быстро. Культура там древняя, так сказать, знания есть, наука есть. Капитализм очень быстро развивается. Но она смотрит на Пакистан, как там чувствуют себя американцы.
Они же там, если надо, прилетят, если надо, улетят, кого надо, заберут, ни с чем не считаются. Поэтому они, глядя на этот Пакистан, они дрейфуют куда? Они поддерживают отношения там, дружеские с США, дружеские с Россией, и у нас покупают оружие. Вот сейчас 380 танков Т-90 заказали, очередные. Причем не так заказали, чтобы мы им прислали, а чтобы они, вот, мы им прислали, значит, в частях, а они бы собрали на своих заводах и научились. Это второй уже заход. Первый раз они так вот попробовали. Танки-то они собрали, то они хорошие получились танки, но они не стреляют и не ездят. Вот. Они сказали, а можете вы забрать их, собрать и нам дать? Мы говорим, давайте платите деньги, и мы вам сделаем. И вот сделали. А щатки они все-таки хотят, чтобы у них получилось, опять они делают второй заход, что давайте нам, вот мы на своих заводах будем собирать, и все-таки будем доделывать, чтобы у нас, ну, под при участии российских специалистов. Но вы знаете, что у них очень обширная программа взаимодействия военная с Соединенными Штатами Америки, то есть они там тоже закупают, и там большое число, значит, видов оружия. А Пакистан, уж Пакистан друг перед друг Соединенных Штатов Америки. А он-то чего собрался в эту самую? А Пакистан тоже знает, что его, ни Россия его не съест, ни Китай не съест. Не едят, они не едят. Они не хотят ничего хорошего сказать про соцстраны, но они видят, что эти не едят и не съедят. Ни с того ни с сего не накинутся и не съедят. А если США примет решение, то прилетят и уничтожат. Ирак уничтожили как самостоятельную страну, Ливию уничтожили, Сирию, Югославию. И где гарантия, что возьмут и не прилетят, и не уничтожат? Но Вьетнам нападали? Нападали. Они там все наблюдали, что было. Напалмом жгли людей, головы отрезали. Химическое оружие применяли, поэтому желающих там нету в Азии. Поэтому в Азии начинается сюда. Берем второе объединение, которое называется БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и по-английски South Africa, Южная Африка. И там опять мы встречаем опять Россию и Китай, и примкнувшие к ним те, которые хотят на всякий случай защиты. Там никакого вы не найдете, так сказать, политического, так сказать, единства. Там нет никакого политического единства. Это просто свидетельство того, что изменился мир в этом отношении. То есть империалистическая чистая часть мира, и есть часть мира социалистическая в становлении. И есть страны, которые являются по формации, если мы будем брать, капиталистическими, они примыкают, они не входят никуда. И не собираются там никто строить социализм. Это было такое время, когда нам наговаривали при Брежневе, что мы будем строить на основе научного социализма, и сразу деньги им давали в африканские страны. Полно было таких деятелей. И долг был колоссальный, который никто потом и не отдал. А это нет никакой тут игры, нет, никто ничего не говорит, ни о каком социализме, ни, там, ни Индии не собирается говорить, ни Пакистан, ни Бразилия, тем более, и Южная Африка. Они, так сказать, вот сотрудничают с чем? С какой целью? Чтобы их не съели. И больше ничего. Не хочется им, чтобы их... Это же хищники, они поняли. Кто-то не усвоил теорию империализма, а кто-то и усвоил. Она же теория империализма... Она научная же в этом смысле. Не важно, кто это там автор, а важно, что будет с тобой, что тебя могут съесть. И то, что это подтверждается, они это знают хорошо. Вот, а вот интересное такое получается и наблюдение. И сколько процентов тогда получается в ШОС населения Земли? Так вот, получается в ШОС 40% населения Земли. И вот у нас что получилось. Значит, если взять деление на две этих самых экономических систем, две общественно-экономических формации, даже в становлении, так сказать, вот Китай и другие страны социалистические, это 1,380 млн, это меньше 2 миллионов из 7,2, значит, меньшая часть. А вот если взять еще примкнувшие сюда, вот к этому полюсу, то получается 40% населения Земли. И поэтому, когда ставят такой вопрос, а какова судьба там сил прогресса и так далее, хорошая судьба в этом смысле. То есть просто нельзя съесть этот вот сектор. Хотя вот тут все время
как это совершается. Вот есть некоторые товарищи, слышали про мировую революцию, но в плане научном не знают, что это такое. Вот вы как понимаете мировую революцию? Не так, чтобы все сейчас встанут и сделают революцию. Будет мировой пожар. И мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Угу. Похоже, да, так? Ну, такое вот. Наверное, по какой-то все-таки последовательность, что вот в одной если стране произошло, то другая страна. А последовательность какая? Что все больше и больше со стороны? Или такая? Да, какие-то... Да. А не идет обратного? Нет, что некоторые со стороны обратно превращаются в капитализм? Исторически мы такое наблюдаем. Вот вы можете сверить теперь свое представление. Есть такая работа у Ленина. Лозунги Соединенных Штатов Европы. Вот он там и описывает, что мировая революция. И это не однократный процесс. А это целая цепь революций и контрреволюций, в ходе которой увеличивается количество революций и контрреволюций. Ну, скажем, вот революция была вот... в России социалистическая, а следующая революция была в Монголии в 28 году. Так? Монголии же нету как страны социалистической. Потом сколько было европейских после Второй мировой войны? И Албания, и Болгария, и Венгрия, и Румыния, и ГДР, и Польша, и Чехословакия. Хотя в Польше, в деревне, они коллективизацию не привели, и они из переходного периода так и не вышли. Социализм не был построен в Польше. А в ГДР, и в Венгрии, и в Румынии, и в Болгарии был построен социализм. В ничего. А? В Албании еще. И в Албании, я сказал, в Албании. Я с него начал. Но, а в итоге там произошли контрреволюции, и там как сейчас капитализм. Но зато, если численность брать, тогда это были десятки, то сотни миллионов, если набиралось, это хорошо. А сейчас это миллиард, полтора миллиарда. То есть, конечно, сравним. То есть, совершенно правильно будет понимать вот так. То есть, мировая революция не как однократный какой-то процесс, а как процесс вот движения от одной формации к другой. То есть, если это мировой процесс, вот я преподаю конфликтологам, говорю, вот как самые конфликты, самые мощные, в которых участвует больше всего людей. Вот они конфликтологи, да, надо же знать. Ну вот войны мировые, даже если они мировые, они весь мир не захватывают. А вот через этапы такие исторические, которые называются общественные экономические формации, постепенно проходит весь мир. Весь мир. То есть более обширных конфликтов просто не бывает. Отсюда и, во-первых, к конфликтам другое отношение должно быть. Конфликты, это такое болезненное состояние, но от старого к новому. Движение идет через конфликт, через то, что этот передовой класс отбирает власть у того класса, который является отжившим классом. Так, давайте мы на этом закончим, тем более, что у меня есть для вас и для ваших товарищей информация. Мне поручено подготовить вопросы экзаменационные. Значит, у меня есть свои традиции, которые состоят в том, что надо приучаться к тому, что вы знаете, что будете защищать, и будете это защищать. А мы будем оценивать, можете вы то, что вы любите и уважаете, сами свое продвинуть. Вы диссертацию по любви выбрали тему? Или, может быть, интуитивно, а вот за время уже полюбил. То вы понимаете, что это, что в науке надо по любви. Если вы не учите, не получится ничего. Ни докторская, ни кандидатская, то есть надо в это любить и верить. А разве он отрицает цивилизационный подход? Нет. Хотел узнать представителей. Марксизм состоит в том, чтобы брать за основу исторический материализм, материальное производство. Это действительно отличает. Это вклад марксизма в науку. А вход ученые брать или нет, это их дело. Это вклад в мировую науку, правильно? Я не хочу изучать это. Не хочу. Есть другие области. Есть логика, есть еще. Это же к истории относится, правильно? К пониманию того, как движется история. Если у кого-то есть другой метод. Потому что если говорят цивилизационный, а как вы сразу проглотите все? Вы все равно должны начать, если найти главное, основное. Как вот делают восковые фигуры? Думаете, из воска льют? Нет. Сделают каркас, как то, что у нас есть хребет и спиной.
Хребет сделают и кости, а потом начинают это все обкладывать, а потом уже воск. Поэтому тогда получаются действительно такие, как люди. Так и здесь. Если мы хотим развитие истории изобразить, мы должны брать основополагающее. Если, ну, тогда надо встать на какую-то другую точку зрения, скажем, речь идет о том, это будет идеализм или материализм. А в данном случае это материализм, примененный к истории. Что такое исторический материализм? Вот я говорю так, вот люди говорят, истмат, как будто, или, скажем, в Узбекистане именовали детей истмат, диамат. То есть это без понимания было, что это такое. А тут же надо понять, что такое исторический материализм. Это материализм, примененный к истории. Вы когда будете историю изучать, будете изучать как материалист или как идеалист? Я думаю, что как-то у вас язык не повернется сказать, что я буду как идеалист. То есть я выдумаю, что у меня в голове. Тогда это будет как субъективный идеалист. Вы субъективный идеалист хотите применить? Mm-hmm. Поэтому вопрос здесь о чем? Если есть вот достижение, которое можно опираться, оно вас ничем не ограничивает. Вы возьмите, вот этот материализм, а как вы дальше будете, какие стороны этого всего изучать? И сколько? Да никто не может вам, так сказать, запретить. А если вы не хотите взять передовую науку, значит, вам придется брать отсталую, а это плохо. Точно так же, как, скажем, диалектику. Вот, ну, конечно, вот, скажем, не захотели марксисты взять идеалистическую природу этой диалектики, а взяли только ее диалектическую сущность, и все. Ну, вот и здесь та же самая история. И преспокойно, вот вспоминаю, есть такая книга Гегеля «Судьба России», говорит, в советской России, социалистической, единственная эта страна, в которой в основе лежит философия, а во всех других странах лежит религия в основе идеологии. Ну что же религия в основе идеологии? Это отсталые страны. Поэтому вот тут пример такой, можно сказать, показали, что, да, как говорил Ленин, есть разные, скажем, ученые, но умный идеалист лучше глупого материалиста. Поэтому и здесь вопрос стоит. Если человек владеет методом, тогда он историю будет понимать материалистически. А как он будет ее там развивать? Ну, это уже это его уже вклад. Как он считает нужным, так и будет. Вот. А вот это такой механический такой взгляд, просто его и нету на самом деле в серьезной науке. Как вы будете сразу применять цивилизацию? Вы сейчас начнете с... Ага, какой вы нации принадлежите, Мицкевич, да? Да, вот так. Ну, хорошо, договорились, да? Спасибо.